Добрый день, сегодня анбоксинг. И да, это пакетик. Я распаковывать я головоломку буду именно из пакетика, поскольку именно в таком виде она ко мне и приехала. И да, как оно и выглядит, это яйцо. Ну, это шейп-мод кубика 3х3 в форме яйца. И стоит честно признаться, что это уже моя вторая попытка записать анбоксинг этого изделия, скажем так. То есть на вид компания Yuxin сделала простое куриное яйцо, которое вращается как кубик 3х3. В прошлой попытке я сразу же головоломку перемешал и думаю, сейчас я быстро соберу. В итоге не вышло. Из-за того, что многие элементы очень похожи, всякие уголки, ребра похожие, головоломка не так проста. И при желании немножко поломать голову, можно и пособирать. Вот кубик 3х3 для сравнения яйцо. По механизму, да, внутри крестовины обычной трешки вставляется непонятно почему в пакете. Не знаю, возможно, какие-то старые залежи. Это не современная головоломка, то есть ну, какое-то уже время. И из недостатков сразу можно сказать, элементы вот такие вот. Здесь они закрытые, а есть некоторые вот такие полые. Хотя видно по механизму, что здесь крышечки быть должны, но их почему-то нет. Не знаю, то ли брак завода, то ли еще что-то. Но и потом почитал комментарии с того места, где приобрел, и у всех было так. Ну, как бы стоило очень, скажем так, дешево, и как бы пусть будет за такую цену. Но определенную сложность головоломка имеет. Я далеко не сразу собрал, то есть я выключил запись видео где-то минуте на 40-й, так и не собрав, и потом отдельно как-то дособирал. В итоге не совсем понял как, надо еще разбираться. Поэтому сейчас я перемешивать не буду. Так вот, чуть-чуть, да, меняет форму головоломка. Скажу лишь только, что яйцо не так просто, как кажется. И для любителей себя чем-то занять и познать что-то новое, вполне можно обратить на это внимание. Видео затягивать не буду. Качество удовлетворительное. Вращать можно. Но я честно сомневаюсь, что кто-то будет собирать это яйцо на скорость. Это скорее всего так несколько раз собрать. Как только я познаю его полностью, ну, соберу достаточное количество раз и так, что у меня не будет с ним трудностей, я думаю, это будет не так уж и сложно, то сделаю обучающее видео. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.